Дорогие друзья, здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию вот такой цельнопланочный баян. Значит, все планки латунные, цельные в левой стороне, и все планки латунные, цельные в правой стороне. Это довольно-таки уже в наше время редкий сейчас баян. Обладает колоссальным тембром и звуком. За такими сейчас баянами знающие специалисты гоняются. Баянчик весь в оригинале, никаких здесь колхозов нету, все строит с завода, голоса, все супер. Значит, баян обладает прекрасным тембром, шикарным басом и такой очень тонкого звучания правым аккомпанементом. Ну, так как я не баянист, и не гармонист, и вообще не музыкант, попробую вам сыграть композицию «Гляжу в озера синие». Зацепила меня песенка, подобрал сам самоучкой. Поэтому профессионалы, музыканты, можете там не говорить мне, что я там длительность какую-то нарушил тут или там. Я не знаю нот. Не знаю длительности тактов и всего остального. Играю просто как есть. Но зато я очень хорошо делаю баяны, аккордеоны и гармошки. Ну, приступаем. Волнуюсь, как будто я на сцене. Прекрасный баян, обалдеет вообще, обалденным басом. Очень мощный бас, ну, то есть все работает, тут доказывать не надо.
прекрасный инструмент, поэтому кому интересно, обращайтесь, расскажу, отправлю в любой регион России за ваш счет транспортной компании. Всем хорошего дня, отличного настроения, спасибо за просмотр.